В начале апреля в Звенигороде состоялся традиционный международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Целями турнира является развитие сотрудничества между силовыми структурами разных стран, совершенствование физической подготовки участников, популяризация дзюдо и здорового образа жизни, патриотическое воспитание подрастающего поколения. По уже сложившейся традиции семьям погибших героев организаторы соревнований дарят автомобили и другие ценные подарки. В этом году обладателем нового автомобиля стала семья героя России старшего лейтенанта Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Попова. Ключи от машины его вдове Ольге и сыну Илье вручил первый заместитель министра обороны генерал армии Аркадий Бахин. Данный турнир проводится с 2007 года по инициативе Международного фонда дзюдо и Национального союза ветеранов дзюдо. Благодаря высокому интересу мирового спортивного сообщества к мероприятию, Европейский союз дзюдо присудил состязаниям статус международного турнира. С каждым годом расширяется география стран-участниц этих соревнований. В нынешнем турнире приняла участие 21 команда. Победителем турнира, как и год назад, стала команда Министерства внутренних дел Российской Федерации.